Здравствуйте, в эфире программа «Дневной разворот». Ведут передачу сегодня Николай Голиков и Владимир Сметанин. Как предновогоднее настроение, Николай? Прекрасное совершенно настроение. Зимнее, может быть, предновогоднее? Да. Ну, у нас тоже настроение, честно говоря, на подъеме, потому что у нас сейчас в студии очаровательные барышни. Сейчас мы будем их приветствовать, и они нас сегодня поведут в путешествие по республике Коми. Вот так вот необычно, неожиданно. Я, честно говоря, немного знаю, чего об этом особенно регионе. Зимой, в декабре, да еще и в Коми. Да, зачем, боже мой, в морозные дали. Дело в том, информационный повод конкретный для нашей сегодняшней беседы. Буквально несколько дней назад большая группа, не только из нашего города, но и из других регионов, совершила поездку в республику Коми для того, чтобы ознакомиться с туристическим потенциалом этого региона. В этой поездке были как и журналисты, так и представители туриндустрии. И сегодня вот мы, собственно, и наша коллега сегодня, в первую очередь, Елена Акатьева, журналист газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Лен, добрый день. Добрый день. Да, она участвовала в этой поездке. Ну и, собственно, представители туриндустрии. Ольга Шабулина, руководитель Ассоциации сельского аграрного туризма Кировской области. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Шилова, генеральный директор компании «Мир путешествий». Добрый день. И хозяйка эко-усадьбы «Ошить». И хозяйка эко-усадьбы «Ошить», безусловно, день. Да. И еще с нами Ирина Бажина, руководитель туристско информационного центра при Центре развития туризма Кировской области. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, давайте начнем, наверное, каждый выскажется из вас о своих впечатлениях от этой поездки. Ну, кто Светлана смелый? Начинайте, да. Поближе к микрофону. Хозяйка усадьбы «Ошить». Ага, хорошо. Насколько можно сопоставлять вот наш турпотенциал и то, что есть в республике Коми, или как-то вообще некорректно сравнивать? Ну, если сказать официальным языком, то, что у нас и то, что в Коми, на официальном уровне сельского туризма в Кировской области нет. А, как ассоциация есть? Да, ну вот ассоциация есть. Сейчас я вам об этом расскажу. Как признает наше министерство и вообще работники сельского хозяйства, очень долго они нам все время это говорят, что у нас же нет сельского туризма, хотя мы пашем вот с Ольгой Николаевной вдвоем за всю область, делаем вид, что он есть, развиваем его, но вот оказывается, у нас его все-таки нет. Конечно, было очень приятно увидеть и услышать все, что мы увидели и услышали в Коми. Они великие, молодцы. Можно сказать, на пустом месте они создали вот этот сельский туризм. Каждую свою деревню, где мы видели то, что мы видели, они преподносят ее с такой любовью, с такой изюминкой, такое чувство, что вообще вот лучше на земле, в принципе, больше ничего нет. Они любят то, что они делают, они понимают то, что они делают. И очень понравилось то, что у них есть там министр культуры, очень молодой, очень перспективный человек, ему всего лишь 23 года. Насколько грамотно он преподносил, мы были на конференции второй день, насколько грамотно он это все преподносил, рассказывал, показывал, он знает каждый свой дальний уголок в республике Коми. А по образованию он кто? Специалист? Он возглавлял Дом культуры в Ухте, насколько мне известно, до того, как его пригласили на постминистра. Он сидел, он очень долго выступал, он все это говорил без бумажки. Человек, который знает, о чем он говорит. И он говорил это только еще пока о сельском туризме. Понятно, что он и культуру также знает. Грамотно каждый уголок про все рассказывал с любовью. Для нас с большим открытием это все было. У нас был телемост, еще Питер с нами был вот на второй день как раз. Питерцы тоже, кстати, очень сильно хвалили Сыктывкар. Не помню, на каком месте у нас Коми-то по туризму. Но сказали. Это одна из лучших. В десятке где-то. В десятке? В десятке самых посещаемых регионов страны? Да. Нет, они вошли в десятку по сельскому туризму, по этому направлению. По развитию сельскому туризму. Причем я говорю еще раз, ну, практически на пустых местах все это выведено. Но это так сделано с любовью и очень, конечно, очень большое впечатление. Ну, Свет, у них же такая своя фишка все-таки есть национальное, понимаете, вот то, чего, может быть, мы лишены. У них там не просто сельский турист такой, это туризм такой, этнографический туризм. То есть тем же интересно, да? Да, где у нас он есть? Я бы поспорил, у нас тоже есть. Да, так спорьте, пожалуйста. Спорьте, я как раз выбрасываю тему, чтобы поспорить. Они очень красиво преподносят, это древний Коми народ, древнейшая культура. Вспомните, а у нас парк какая культура? У нас смешение традиций у нас... Где у нас? Нет. А почему нет? А почему нет? А вопрос, кому, почему его нет у нас? У нас территория огромная, у нас можно создать все, что угодно, у нас можно создать в 5 раз лучше. Конечно, и у нас, кстати, если говорить о памяти
памятниках вот той же финно-угорской культуры у нас гораздо больше их сохранившихся. Конечно, у нас есть вообще святые места, конечно, для них, да? Конечно. А почему-то они у нас не эксплуатируются. Конечно. Вот в эту же деревню Ип, к которой мы приехали, приехали ночью, конечно, ну, тут не ночью, там святого день. Ну, покороче, чем у нас. В три вечера там уже темно. По пути к Сыктывкару, перед Сыктывкаром, если ехать. То есть вот то, что мы ехали, посмотрели, они говорят, такая деревня, такая, тут столько достопримечательностей всего. Мы посмотрели там два источника, посмотрели там их краеведческий музей, зашли там в церковь, посмотрели смотровую площадку. Конечно, это вот они настолько преподносят, что это вау-вау, ну... Нормально. Нормально. Ничего такого удивительного-то нет, ну, да? Я хотела бы сказать, что у нас ну, очень много мест есть гораздо круче, гораздо интереснее, вкуснее, насыщеннее. Но мы почему-то сидим и молчим, и не показываем это все. Хотя мы можем это все сделать. Давайте сейчас слово передадим Ольге Николаевне, руководителю Ассоциации сельского аграрного туризма нашего региона. Да, ваши впечатления? Меня впечатлило... Поближе немножко тоже к микрофону можно меня повернуть. Меня впечатлило разнообразие туристических объектов. Вот передо мной каталог сельского туризма Республики Коми. Более 60 объектов. У нас, к сожалению, такого каталога пока нет. Я надеюсь, что он появится. А 60 объектов у нас есть? Для такого каталога. Есть 15 объектов сельского туризма. Официально. Да, есть 15. На самом деле их больше. На самом деле их больше. И если туда приплюсовать, как и сделали в Коми, дома отдыха в сельской местности, то, в принципе, у нас ну, объектов 40, я думаю, наберется. То достойных. Каталог пора издавать уже. Да. Угу. Да. Так, ну, ваши впечатления? Кроме вот этой вот красивой книжки. Кроме красивой книжки, мы, конечно, посетили еще один из гостевых домов, мы в нем ночевали. Самое употребляемое слово, которое мы слышали, наверное, в день раз по 10, это было грант, грантовая поддержка. Угу. На уровне республики или на уровне страны? На уровне республики. Республика Коми, да? Гранты осваиваются активно. Ну, там бюджет побольше чуть-чуть, чем у нас. Причем они даются. Они даются именно на развитие сельского туризма. Ага. Вот то, что мы видели, и даже в финно-угорском центре постоянно звучало директором финно-угорского центра. Это вот у нас грант, это вот у нас грант, это вот у нас грант. Когда мы приехали в гостевой дом, то же самое. Это вот мы по гранту, это вот тут, вот это, это. Это был даже, конечно, и федеральные деньги тоже были в том числе, и федеральные гранты были тоже в том числе. И еще хочу сказать, что до них, в принципе, доносят информацию. До нас информацию о каких-то грантах не доносят. В смысле, о федеральных каких-то грантах? И о федеральных тоже, и республиканских, о всех. Вот, до нас, вот до нас ее не доносят. А, вот я спрашивала владельца... А чья это работа? Кто должен доносить? Но сейчас туризм кто должен доносить? На данный момент туризм передан в Министерство культуры. Это произошло буквально недавно. Ну, мы знаем, что сменился сейчас министр. Ну, в общем-то... Вернее, пока нет полноценного министра, да. Там, исполняющего обязанности. Вот мы их спрашивали, кто до вас эту информацию доносит. Они, во-первых, говорят, нас постоянно все время приглашают на обучение. Нам постоянно выделяют гранты. Нас постоянно приглашают на обучение не только в Коми. Они объездили, работники индустрии сельского туризма, они объездили уже полмира. Вот именно по этим вот направлениям, по этим программам, по целевым программам. Угу. Понимаете? Мы даже об этом не знаем. Мы договорились с ним, ребята, вы нам их скидываете, чтобы мы тоже знали, понимаете, из другой республики, чтобы мы знали. Чтобы хоть не наше министерство, чтобы вы нас ставили в известность. Ну, они пообещали скидывать, да? Они пообещали, вот видите как. Не зря уже точно съездили. Хотя, с другой стороны, зачем им конкуренцию под боком тут развивать? Да ну, это не под боком, это сотрудничество. Сотрудничество, это не конкуренция. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и очень скоро продолжим. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы говорим о том, что кировчане недавно своими глазами увидели туристический потенциал Республики Коми, нашего соседа. Ольга Шабулина у нас в студии, руководитель Ассоциации сельского аграрного туризма Кировской области. Николай, продолжайте напоминать. Так, Светлана Шилова, конечно же, которая пока у нас больше всех говорит, так, кстати, видимо, больше всех это впечатлило. Да? Это генеральный директор компании «Мир путешествий» и хозяйка усадьбы «Ашеть», как она любит подчеркнуть. Ирина Бажина, руководитель туристского информационного центра при Центре развития туризма Кировской области. Угу. И Елена Акатьева, журналист газеты «Бизнес-новости» в Кирове, наша коллега. Елена, вот журналистский взгляд сейчас на все эти вещи. Угу. Насколько тебе близко вообще? Мне на самом деле, мне очень близка тема поездки, но прежде всего не как журналисту, а как человеку с культурологическим образованием, оно у меня такое, и туристу. Мне безумно
понравилось, но больше всего мне понравилось то, что это действительно, как уже Светлана сказала, поддерживается настолько государством, поддерживается настолько Министерством культуры Республики Коми, что, ну, завидно очень сильно. Там большие ли суммы-то вливаются? Большие, там миллиарды. Да. Это, то есть, вот сам этнопарк, он очень большой. Это огромное, красивое, да, дорогие... В Ибе. Да, такая непривычная буква «ы» в начале заглавной. Да, он очень интересный. Это еще один аспект, почему в него интересно поехать. Там огромное деревянное здание, построенное, ну, из экологически чистого дерева. В них просто приятно находиться, на них приятно смотреть. Это очень красивое место, это лес вокруг. Это какие-то постройки, которые сделаны в традициях Коми. Ну, это прям греет сердце человека, который любит свою народную культуру. Это все прекрасно и здорово, и это очень много стоит. И хочется, конечно, чтобы у нас такое же появилось. Единственное, вот как турист я могу заметить, что я такой очень требовательный турист, и мне не хватило немножечко сервиса. Но я думаю, что они еще доработают этот момент, потому что, например, вот как уже было сказано, мы приехали ночью, и мы просто не успели осмотреть село, и так было обидно. И уехали затемно. И уехали тоже затемно, и тоже уже не успели сделать какие-то фотографии, где-то побывать на смотровых площадках, которые... прекрасный вид, где открывается именно вот днем. Река, там красивый очень вид, обрыв. Вот этого всего не хватило, но я думаю, что там будет все доработано, будет продумано. А самое интересное, что мне как туристу туда и именно в Ыб и в Коми в целом хочется вернуться еще, потому что, ну, там очень здорово. И хочется причем вернуться не только в Сыктывкар, например, а съездить в Воркуту, покататься на оленях. У них там есть бега в упряжках. Это просто очень замечательно. Вот об этом только рассказали, и это уже подействовало, и мне захотелось туда поехать. А, кстати, в Коми ставка-то делается на зимний сельский отдых? Или летний? Не только. Круглогодично, да? Да, по большому счету, вот такие вещи, как Ыб, конечно, лучше ехать в светлое время года, так сказать. Не забывай, что у них... Теплое время. Да, нет, и в светлое время года. У них же белая ночь. У них белая ночь, и, к сожалению, такие же черные дни зимой, ну что делать? Что касается еще вот этнопарка, я бы их немножечко прорекламировала. Они как раз летом устраивают очень интересные фестивали, помимо того, что музыкальные, как на всех площадках, в принципе, в городах, у них есть фестиваль воздухоплавания, то есть там люди катаются на воздушных шарах, да. Плюс у них есть замечательный фестиваль, как раз посвященный Шанге, Шанга-фест. Они пекут там какие-то большие, очень красивые, интересные шанги. Они вкусные, а вот, Володь, вот я понимаю, что особенного. Ну, как-то это вот для меня ничего такого особенного, они просто вкусные. Вот это, обыденно. Как? Они разные везде. Как у нас рыжики сумские, как у нас огурец из Стабенский. Ну, они просто вкусные. Они вкусные, они такой... в каждой деревне их пекут по-своему. Они создают изюминку нашему региону, так же, как олени и шанька создают изюминку Коми. Это приятно. Не забывайте еще и Коми грибное место. У них вообще классный лозунг республики такой есть. Да. Еще морожка. Да, и морожка. Ну, это и у нас, в принципе, есть. Ну, понимаешь, у нас есть, у нас нет такого прекрасного слогана, у нас нет такого прекрасного грибного переулка, как в республике Коми, который занесен на карту города и вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый узкий переулок в Европе. Бабы жарят крокодила. Кстати, не показали. Ну, нам рассказали о нем. Да, там его довольно трудно. Он недалеко от Желтого дома, от здания правительства, буквально 2 квартала проходишь. И указатель на 3 языках грибной переулок. И он на самом деле не тупик, потому что когда смотришь в эту щелочку, просвет есть, то есть это переулок на самом деле. Зато у них есть Париж район в Сыктывкаре, да. А у нас улицы. А у нас Арбаш имени Ленина. Созвучно, в общем. Давайте улица Ленина у них тоже есть. Ирине Бажиной обратимся, руководителю туристско информационного центра при Центре развития туризма нашего региона. Вы в этой поездке конкретно не участвовали, да? Я в этой поездке не участвовала. Я была не единожды в Республике Коми, потому что у нас связи и взаимоотношения. А вот поясните, что у нас за связи сейчас? В туристическом плане с нашим соседом северо-западным. Давние, да. Я бы хотела в первую очередь все-таки поблагодарить, хоть я сама и не участвовала в этой поездке, республику и руководство Республики Коми за такую возможность прекрасную съездить. И вот уже говорилось, что, к сожалению, не все удалось посмотреть. Было действительно не так много времени, да, в силу того, что вот всего было 2 дня, а показать им хотелось очень и очень много. Там действительно гигантский потенциал вот в том направлении, в котором они развиваются, сельский, это этнографический, экологический туризм. И это действительно идет немножко в разрез с нашими основными направлениями, да, и тем они интересны. И нам бы тоже хотелось, конечно, на эти направления больше уделить внимание. Что касается взаимоотношений с Республикой Коми, то они, как я уже сказала, ну, достаточно долгосрочные.
мы уже год назад заключили соглашение с ТИЦ, но тогда еще ТИЦ не было в Республике Коми, открылся совершенно недавно. Я ездила туда лично. Мы опередили тут, да, Коми? Да. Пораньше открылись. ТИЦ – это туристско-информационный центр, да? Туристско-информационный центр, да, речь идет о нем. Я извиняюсь, что не все в курсе, наверное, этой аббревиатуры пока, но скоро, я думаю, уже совсем будет для всех на слуху, потому что такой современный тренд. Так вот, наш ТИЦ открылся в конце 2014 года, можно полноценным годом называть уже существование ТИЦ. 15-й год, 15-й, 16-й, вот 17-й мы дорабатываем, да, 3-й год. В Коми он открылся буквально менее полугода назад. Меня приглашали, лично я ездила, читала лекцию по тому, как устроен ТИЦ, как он работает, какие функции он должен обеспечивать, какой формат вообще работы он должен предлагать и какие ресурсы он должен предлагать тому человеку, гостю или жителю республики, который туда попадает. Ну, смысл работы ТИЦ все-таки общение с людьми. Да, разумеется. Да, то есть нужно проконсультировать. То есть конечная задача вообще туристского информационного центра оказать максимальное гостеприимство, да, чтобы люди, уезжая, вот то, о чем вы говорили как раз, да, когда... чуть-чуть не хватило, да, там, mm-hmm. и вот чтобы этого не было, иногда мы все прекрасно знаем, да, что у нас нет, может быть, таких великолепных каких-то достопримечательностей, там, прилизанных, пардон за некорректное слово, с точки зрения финансов, да, в них вложенных, потому что, ну, мы об этом, наверное, еще поговорим, хотя это такая не совсем для нас радужный момент, но, тем не менее, мы пытаемся хотя бы гостеприимством, да, вот эту вот ситуацию, что называется, дожать, нам бы хотелось, чтобы люди уезжали с другим впечатлением из города Кирова, из Кировской области, потому что, к сожалению, да, действительно, я соглашусь, что прямой туристической ассоциации с нашим регионом нет. Вот такое, да, чтобы сразу что-то всплывало, какая-то туристическая ассоциативная, какой-то ряд. Да, Киров – это вот это. Да, ну, кроме, может быть, Дымки, который действительно наш бренд такой негласный, но всеми признанный. Так вот, продолжая о связях. Значит, у нас есть соглашение с Республикой Коми по взаимодействию информационному в том числе. Несколько месяцев назад к нам приезжала делегация во главе с министром, о котором уже были восторженные отзывы. Я разделяю эти отзывы совершенно, потому что очень приятно видеть, ну, не только молодость, а сколько вот именно вовлеченность эмоциональную в каждый момент, который там происходит. У него в республике, да, и насколько человек заинтересован, и насколько он болеет и переживает за все, что вот в данном случае в сфере туризма происходит и развивается. Не было немножко сказано, я, наверное, поясню, откуда берется такое большое количество объектов сельского туризма, да, это в основном гостевые дома, то есть это частные инициативы людей, которые в деревеньках иногда из нескольких домов состоящих проживают, оформляют гостевой дом, да, с точки зрения вот бытовой, этнокультурной, этнографической, красиво бытовыми различными историческими приборами там, и так далее, да, чтобы человек именно испытал какое-то ощущение погружения вот в немножко какую-то окунулся, так этнографическую, сказать, в эту культуру, да. Да, вот культуру, вот это вот, в историю. И это очень поддерживается. То есть вот такая частная инициатива у нас, может быть, она и была бы, и есть, да, и хотелось бы, и моглось бы, но, к сожалению, действительно грантов регионального уровня у нас нет в этом смысле, да, и вот этой поддержки мы, конечно, недополучаем сверху, которой нам бы хотелось. И тогда действительно вот этот вот частный сектор, он бы пошел в развитие, и мы могли бы хвастаться, но не меньшим количеством действительно вариантов размещения и времяпровождения в направлении сельского туризма. А число гостевых домов там растет? Там прям там поток растет, желающих потому что, заняться этим. Уже об этом говорилось, и это звучало от министра вот в рамках нашей встречи, когда сюда приезжала к нам эта делегация, о том, что это сейчас их основное приоритетное направление. То есть они занялись туризмом. Ну, туризм сейчас тренд на федеральном уровне, мы все прекрасно слышим это отовсюду, да, туризм, туризм, туризм. И всем бы хотелось, чтобы люди начали путешествовать по России, это, как бы, на это обратили внимание на федеральном уровне, и сейчас это пытаются развивать. Другое дело, что в каждом регионе это, по большому счету, все-таки зона ответственности внутри региональная, да, потому что федеральных грантов и проектов не так много, их вообще единицы, и они выделяются под конкретные целевые моменты, которых у нас может не быть, скажем, водный туризм, которого у нас пока, как бы, пока в силу нет, объективных почти причин, нет, скажем так. Да, он находится в таком начальном, будем говорить, да. Или в возрожденческой такой стадии. Причем развивают его как раз в соседних регионах, просто используют нашу реку. Да, так вот,
хотелось бы, конечно, чтобы больше внимания на уровне вот, да, внутри нашего региона уделялось этому моменту. Тогда как, допустим, в Республике Коми это действительно целенаправленно выделяются гигантские деньги, несопоставимые с нашими ресурсами, на то, чтобы развивать вот это направление, поскольку для них это основное, они выделили для себя основной приоритет, и они сейчас в этом направлении планомерно очень движутся. Они получили информацию, как создать туристско-информационный центр, они его создали по образу и подобию, прекрасно работают в центре города Сыктывкар. Они, как мы уже слышали, создают визит-центры там, где это необходимо, да, где как бы закольцовано какие-то несколько объектов, допустим, сельского туризма, и нужно место, куда бы туристы могли обратиться. Мы в этом направлении тоже двигаемся уже как бы достаточно давно. То есть визит-центры будут создаваться на базе, скажем, краеведческих музеев, ну и тех, в общем, точек, где это действительно реально устроить, да, то есть будет обозначение с буквой «I», и туда турист, в том числе и иностранец, понимающий, да, этот интернациональный символ, могут обратиться, прийти, узнать и так далее. Давайте сейчас сделаем небольшую рекламную паузу, все-таки у нас такой, церемония есть такая? Да, полторы минуты, да, полторы минуты и продолжим. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы говорим о том, что жители нашего города, специалисты туриндустрии, журналисты посетили не так давно Республику Коми, ознакомились, как там сельский аграрный туризм развивается. Ольга Шабалина, руководитель Ассоциации сельского аграрного туризма нашего региона у нас в студии. Светлана Шилова, гендиректор компании «Мир путешествий», хозяйка усадьбы «Ошеть». Ирина Бажина, руководитель туристско-информационного центра при Центре развития туризма Кировской области. И Елена Катева, наша коллега, журналист газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Мы столько раз тут упоминали и хвалили этого министра культуры. Давайте уже скажем, зовут его Сергей Емельянов. Совершенно верно. Ему 24 года, действительно. И вот написано, что по образованию он менеджер. Вот так, да. Вот. Да. А что касается, Ирина, жителей нашего города, области, они ездят в Коми? И насколько активно из Коми к нам приезжают? К сожалению, поток вот такого вот соседческого туризма, да, он очень небольшой. Он больше связан с деловыми поездками, то есть это в рамках все-таки делового туризма, когда люди ездят, занимаются по работе. А санаторный отдых, кстати, как говорят, как бы Коми-то к нам ездят. Коми к нам приезжают в санатории и полностью заполняют несколько санаториев, расположенных в Кировской области. Да, действительно. Можно я скажу? У меня другая информация. Коми очень часто к нам приезжают на экоусадьбу Ошеть и живут, и отдыхают, и отмечают новые года. И не только Коми, и Екатеринбург, и соседние республики Удмуртия. Очень нас любят Татарстан. Они говорят, что у нас очень много лесов, у них-то там все. У них поля. Они полевые там, да. Поэтому я хочу сказать, я не знаю, вот я хочу сказать, что в Ошеть приезжают много соседних республик. Именно на сельский туризм посмотреть. То есть у них все-таки есть запрос, не только свой еще сельский есть, туризм конечно, есть. Изучать, но еще есть. И в соседние регионы. Но они свое все видели уже, им же интереснее, как вокруг. Собственно, это то, о чем я сказала, да, то есть у нас в Коми выезжают не так активно, к сожалению, пока, но вот сейчас мы съездили, посмотрели, наверное, тоже будем туда ездить и путешествовать, потому что действительно они имеют уникальную особенность, вот это вот направление этнографическое нам интересно очень. Вот она уникальность, мы уже начали говорить, у нас ведь оно то же самое есть, да, и более того, если сравнивать, как, условно говоря, Кировскую область, да, вот позвольте маленькие 5 копеек вставить, да, то у нас ведь, во-первых, те же финно-угры, они у нас представлены гораздо шире, да, у нас практически все представители этих народов здесь живут, причем исторически здесь живут. Более того, что интересно, если Коми, это республика, ну, Коми, да, Коми-зыряне там живут традиционно, условно, марийцы, и все, а у нас есть все. Если говорить о том, что российский финно-угорский мир должен иметь некий центр, то Киров просто идеально подходит. Да, вот я про потому это что все он время как бы говорю. Немножко ничей. Ошеть название это финно-угорское наверняка. У вас Ошеть – это языческое изначально название. Ош, медведь, етюгал. Раньше проживали племена чуди голубоглазые. Давно-давно это было. То есть у нас практически половина названий. Половина названий, да, финно-угорские и... Половина населения, если там копнуть нашу ДНК, мы все оттуда, собственно. Давайте, еще... вот у нас 10 минут остается, давайте сосредоточимся на том, чего вот вам хочется, чтобы у нас, вот что конкретно нужно делать, чтобы у нас это направление тоже развивалось. Давайте. Можно об я этом, скажу да. несколько слов? Ассоциация сельского аграрного туризма создана на базе Кировского института агробизнеса.
и кадрового обеспечения как структурное подразделение. И основное наше направление – это обучение. Мы обучаем тех желающих потенциально заниматься сельским туризмом и делаем это на базе экоусадьбы Ашеть, поскольку это лучшая региональная практика, признанная. Светлана Викторовна в прошлом году приняла более 5000 туристов. В этом году с запуском сыроварни поток увеличился, наверное, на 35-40%. И, конечно, мы этот успешный опыт, который есть уже у нас, нам не нужно ездить в соседние регионы и его перенимать, мы тиражируем. А в этнопарке, кстати, было, по-моему, 16 тысяч туристов. Да. То есть а не намного больше. За много, при таких вложениях. При таких вложениях. Да, при за какой период? За год, да? За 9 месяцев. За эти 9 месяцев. Меньше года открылись. 16 тысяч, да. И здесь вот как бы без вложений таких вот миллиардных. Да. Вот практически сравнимые цифры. На голом энтузиазме. На голом энтузиазме, да. Так. Ну, продолжайте, продолжайте. Что нам тоже нужно делать, на ваш профессиональный взгляд? Нам нужно объединить... Чтобы нам тоже ехали. Усилия, да. Я думаю, что нужно объединить усилия. Безусловно, нам нужна поддержка на уровне Министерства культуры, на уровне общественных организаций. И хотелось бы, конечно, активность граждан. Ну, и мы, собственно, с этим работаем, ездим на... Активность граждан, в смысле, чтобы они ехали, отдыхали все-таки у нас здесь. И даже создавали, и создавали объекты, да. Поскольку у нас на данный момент спрос превышает предложение. Что такое 15 гостевых домов по области? Это немного, это совсем немного. То есть потенциальный спрос, он есть, он сформирован, эти продукты. Нет гостевых домов в достаточном количестве. Условно говоря, есть очень часто желание возникает, на самом деле, съездить куда-нибудь, да, в область. У нас же куча красивых мест, да, но когда начинаешь думать, а что ты там будешь делать, где ты там заночуешь, по-русски говоря, да, вот сразу после этого энтузиазм немножко пропадает. То есть такие вещи должны возникать. Но опять же, они возникают как в коме, ведь когда у человека есть инициатива, и она находит поддержку. То есть все равно упирается все в то, чтобы это поддерживалось. Можно я еще скажу? Да, в мою бытность, когда я была депутатом ЗАГС Собрания, очень много мной было объезжено. Ну, вот мой район был Сумский, Немский, Налинский. То есть очень много общалась с людьми. И хочу сказать, что люди, в принципе, сами по себе, они, может быть, еще и готовы бы открыть эти объекты, но тормозят их, наверное, скажем так, руководители, могу сказать. Может быть, так. Ну, мне так показалось, как руководители районов. Угу. Потому что, поскольку когда с ними начинаешь говорить вот на эту тему, они говорят, что у нас смотреть-то? То есть вот, ну, им кажется, что как бы вроде смотреть нечего, хотя народ готов предложить то, что смотреть. Хотя когда я говорю, например, что, ребята, у меня не хватает гармонистов, ну вот, например, ко мне вошедь, мне надо, они говорят... Гармонист вам нужен? Ну да. Готов? А они говорят, так вот, мы же есть. Я говорю, так давайте. То есть они, их надо немножко подтолкнуть, толчок им дать. В принципе, у нас все для этого есть. Таких тоже нужно вывести, чтобы они посмотрели. Их надо вывести. И надо вот эту вот активность глав районов, это очень... То есть ты предлагаешь вывести глав районов на север, да? И там оставить. Кстати, у нас среди нас, среди группы вот, туристов, кого приглашал этнопарк, у нас был глава района, глава ПГТ из Удмуртии. Это того ПГТ, который граничит с Кирмезью. Так что они готовы выезжать. Он с интересом смотрел, он все фотографировал. Очень активный молодой человек. Да, нам он очень понравился. Это был единственный глава. ПГТ – это поселок городского типа. Да-да-да. По-моему, да, ПГТ у него называется. В его управлении две деревни, которые, кстати, очень активно развиваются. Я тоже позавидовала. Я все время завидовала. А там поясните, с чего начинается это вообще-то? Вот есть инициативный человек, да? Он должен для начала выкупить эту территорию или что? Взять ее в аренду? Может быть, у него просто построить... свой дом есть. Свой дом. Как гостевой дом? На базе дома, своего вот, дома. Ольга Николаевна, наверное, лучше расскажет. Начать можно, если у вас есть хотя бы одна условно свободная комната. Гостей можно принимать в собственном доме, где вы, собственно, проживаете. Там и можно... Не обязательно иметь отдельный гостевой дом. Ну, конечно, нужно эту комнату оборудовать. А вот все эти наши контролирующие инстанции не придут, мне скажут, что она чему-нибудь не соответствует ваша комната, там, с точки зрения пожарной безопасности, еще вышел чего-нибудь. Вышел ГОСТ, это первый документ, который как-то регламентирует сферу именно сельского туризма, и это очень хорошо, что он появился в июне прошлого года, он введен в действие, поскольку до этого мы опирались на законодательство, которое для гостиницы. Гостевые дома они не могут обеспечить все, что необходимо. ГОСТ не жесткий. Не нормируется площадь минимальной комнаты. Допускается даже использование туалета выгребного типа, если гостей принимают в летний период. То есть абсолютно не жесткий ГОСТ. Его просто нужно знать. Мы, собственно, этому и обучаем. И как правильно организовать бизнес, как его продвинуть, где взять клиентов, бывает ли клиентов много.
То есть каких-то изначально больших вложений это не требуется. На первом этапе, скажем так, на первом этапе нужно только желание. Только желание. Только желание. Так. Вот я соглашусь со спикером. Да, дело в том, что действительно очень важно, и сейчас так получается, что именно молодые люди, да, живущие на селе и радующие за свою малую родину, они очень активно в этом смысле начинают двигаться. И слава богу, и вот такие вот поездки. Очень еще хотелось бы именно порадоваться за то, что эта поездка состоялась, именно в том смысле, что это, может быть, подстегнет кого-то, да, кто-то сомневается и хочет, и думает, и планирует, но нужен какой-то действительно толчок. И вот это вот, и наш эфир в том числе, может быть, послужит для кого-то таким вдохновляющим таким фактором. Просветительский такой эффект. Да, да, и будет понятно, что это действительно несложно, потому что вот, ну, буквально не так давно у нас был пример, когда, ну, мы можем оказать информационную поддержку. Есть основной туристический портал visitkirov.ru, где вся информация, связанная с туризмом, у нас представлена. То есть вкладка со своей стороны вы можете туризм, разумеется, безусловно. Заняться раскруткой, так скажем. Конечно. Да, по крайней мере, показать помощь информационную. Да, так вот реальный пример. То есть пришла молодая девушка, они со своей семьей на своей малой родине, раньше, где они жили, где жили их предки, в Доровском районе, село Кобра, открыли гостевой дом, купили соседний дом, просто купили разваливающийся деревянный там соседний дом, все обустроили с точки зрения крестьянского быта, возродили вот этот вот визуальный, да, эффект, чтобы он был, что действительно вы приехали на деревню, на село и так далее. Они принимают гостей, они пришли, нам сказали, вот мы есть, вот такие у нас контактные телефоны, выслали фотографии, мы все разместили на сайт, принесли нам свои буклеты, напечатали, там пусть даже какие-то достаточно простые, да, вещи, но у нас есть, кроме сайта, информационные стойки по городу расставлены в максимально проходимых местах. Мы совершенно бесплатно эту информацию распространяем по этим стойкам, наши сотрудники Туристского информационного центра. Также мы, естественно, любой запрос мы консультируем, что есть усадьба Ашейд, скажем, да, с ее возможностями и с предложением, которое там существует. Если вы хотите поехать в другой район, и это такой район, то там есть вот это и так далее. Да? То есть, в общем, конечно, хотелось бы, чтобы вот эта вот ситуация, эта поездка, да, в конце концов, действительно, вот этот эфир, и люди заинтересованные, которые действительно на энтузиазме работают, хотят и пытаются продвигать это вот направление, действительно нужно очень, чтобы оно развивалось, у нас для этого есть все ресурсы, чтобы все-таки эти моменты сподвигли тех, кто сейчас сидит реально и думает, задумывается над тем, чтобы такого рода бизнес, не бизнес, да, организовать, чтобы популяризировать свое место, малую родину, небольшую деревеньку, чтобы они как-то воодушевились, вдохновились и обращались вот в ассоциацию, обращались в Туристский информационный центр, мы разместим информацию, поможем, обращались за опытом к людям, которые уже состоялись. У нас хозяйка усадьбы Ашейд сегодня присутствует. Чтобы таких хозяев в нашем регионе становилось все больше и больше. Да, мы будем очень рады. Такое пожелание высказал, чтобы Ольга Николаевна, не только желающие открыть гостевые дома, но и те, кто нас слушает в соседнем здании, да, вот наш новый будущий министр культуры, чтобы я тоже услышал, тоже проникся желанием развивать этот туризм. Я дополню, более подробная информация по сельскому туризму собрана в каталог и размещена в электронном виде, пока, к сожалению, поскольку нет финансов его напечатать, на сайте нашего института www.ipk43.ru. Там вы можете посмотреть, какие дома в каких районах и какие услуги предоставляют. Отлично, спасибо большое за этот разговор. Благодарим наших гостей. Ольга Шабалина, Светлана Шилова, Ирина Бажина и Елена Акатьева. Всего доброго, удачи. До свидания. Спасибо.